В Сургуте сегодня сформировали очередную колонну с гуманитарным грузом к освобожденным территориям и в зону специальной военной операции. В доставку передали около 40 тонн промышленных и продовольственных товаров, предметов первой необходимости, средств личной гигиены, медикаменты, постельное белье, вода и автомобили. Все это собрали неравнодушные жители Ханты-Мансийского автономного округа. Жители Югры очень добрые люди, очень много несут, помогают. Благодаря им очень частые отправки, ну, масштабные. Большое спасибо всем жителям Югры. Часть груза, в том числе 250 коробок добра, передадут мирным жителям. Остальное отправится бойцам, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции. Удовлетворят потребности в медицинских препаратах, одежде, технике. Нынешняя отправка – 1 мая. Подобные гуманитарные конвои к освобожденным территориям и в зону СВО из Югры стараются отправлять не реже раза в месяц. Мы получаем определенные запросы в их потребностях. Эти потребности моментально, можно сказать, удовлетворяются за счет, как я уже говорил, за счет инициативы простых граждан, в первую очередь простых граждан, предприятий, организаций, органов как местного самоуправления, так и федеральных структур, структур округа. Эти все нужды, которые сейчас нашим парням необходимо удовлетворить, они всегда находятся в поле зрения нашего администрации и в полной мере удовлетворяются, комплектуются и удовлетворяются.